Две судьбы, две истории. На выставке, открывшейся в художественном музее, можно познакомиться с творчеством двух талантливых художников 20 века – учителя и ученика. В центре внимания три этюда для известного всему миру полотна «Черемисская свадьба». Творческие искания художника Николая Фешина видны в каждом мазке. Сама картина после долгих скитаний, в том числе и за границей, была куплена российским коллекционером. Всего в экспозицию вошли 30 работ из собраний Космодемьянского и Чувашского художественных музеев. Это первая выставка, в которой мы принимаем коллекцию другого музея в наш музей. Конечно, разговоры о том, чтобы устроить совместную выставку с Космодемьянским музеем, еще у нас в 90-х годах было. Но были другие времена, не было, так сказать, возможности и так далее. Но вот это вот все-таки состоялось. На выставке представлены живопись и графика двух виртуозных художников, документальные кадры из жизни. Их первая встреча состоялась в стенах Казанской художественной школы. Николай Фешин – талантливый мастер, выпускник Петербургской академии, преподаватель живописи. А Александр Григорьев – многообещающий молодой художник. Между учителем и учеником завязалась дружба длиною в жизнь. Как она воплотилась на холстах, можно увидеть, побывав в Чувашском государственном художественном музее. Татьяна Филатова, Игорь Зверев, Республика.